29 апреля концертом в родном Кишиневе завершилась первая в истории группы «Сдоб-Шиздуб» европейское турне. Тур прошел в рамках поддержки релиза альбома «Этномеханика». Музыканты проехали более 7 тысяч километров, побывали почти во всех странах Европы, дали 16 концертов и наконец-то вернулись домой. Все концерты произошли, публика очень хорошо реагирует, ребята выкладывались по полной. То есть была прекрасная рабочая атмосфера. Ну и самое главное, конечно, то, что я вижу по ним. Они приехали очень воодушевленные, потому что все-таки европейская культура и европейские традиции, и сама система, которая там существует и работает, она очень надежная. Конечно, были и проблемы в туре. Это работа, это каждый день, это переезды очень большие, по 700, по 600 километров мы ездили. Потом, поскольку этот тур был, скажем, значит, первый такой именно серьезный, поэтому мы не могли себе позволить техническое обеспечение с другой стороны, да, поэтому нам приходилось заниматься непосредственной инсталляцией оборудования на сцене самим, провести саундчек, то есть качественно выстроить вообще сам процесс и, скажем, подготовить площадку вовремя. Но в целом все произошло так, как мы планировали, все произошло хорошо. Но самое главное в том, что я вот сегодня видел Романа и Валеру видел, то есть они в хорошем настроении и выглядят отлично. Связано хорошее настроение музыкантов с отличным приемом в Европе? Означает ли оно то, что европейский зритель интересует «Сдоб-Шиздуб» гораздо больше, чем молдавский? Нет, вы знаете, там общество, оно другое, оно там поделено на группы. Здесь у нас общество, оно как бы... Здесь у нас есть своя прелесть. Здесь классово общество только сейчас делится, а там давно поделено. Но молодежь, так как она молодежь, она отвязывается по полной программе. И там студентов очень много. И в каждой публике есть своя прелесть. Что здесь есть у нас, там у нас никогда этого не будет. Несмотря на такое трепетное отношение к молдавскому зрителю, свою родину «Сдоб-Шиздуб» концертами не балуют. Почему? В Кишиневе живем, отдыхаем и здесь репетируем. Это так называемый наш плацдарм восстановительный. Здесь мы играем редко. Здесь я считаю, что музыкант, который живет в своем городе, часто не должен играть. Иначе тогда никто не будет ходить на его концерты. Сегодня мы решили сделать концерт для фанов наших и достаточно недорогие билеты. Жалко, что зал маленький. Вообще мы планировали 2 дня сделать. Не знаю. Я билеты вот не смог купить. Концертом в Бирплац большое европейское турне «Сдоб-Шиздуб» завершилось. Последует ли за ним такой же большой творческий отпуск или группу ждет не менее насыщенный график работы? Ответ на этот вопрос знает никто иной, как продюсер коллектива Игорь Дынга. Мы работаем дальше, у нас есть дальнейшие планы. То есть никакой пока точки нет, это очередной этап. Вот. Дальше нас ждет лето, это открытые фестивали, открытые площадки. У нас также очень много европейских фестивалей в этом году запланировано. Несколько фестивалей в Германии, в Голландии. Это будет, мы сейчас ждем подтверждения, возможно, это будет Glastonbury, это один из самых крупнейших фестивалей в Европе, это в Лондоне. Также группа примет участие в Евро-2008 по футболу. Мы будем выступать в Швейцарии перед матчем Румыния и Голландия. The toast of New Russia.